дает, мне интересно. Ну, понимаешь, какая вещь, Женя? Все время не до. Либо тембра нет, либо мастерства нет, либо высоких нот нет. Есть, есть мальчишки, которые неплохо поют. Есть Матвейчук такой, Глеб. Знаю. Есть, его, да. Знаешь, да, есть Панайотов. Ну, есть там какие-то еще ребят. Но выходит Лефлер, открывает рот, и все, пиздец. Если говорить о тенора, понимаешь? Просто никого рядом нет. Но Лефлер, причем он красивее намного, но он почему-то, вот, во-первых, ну, как-то вот, не знаю, не хотят его раскручивать. Причем у Лефлера свои песни есть штук 7 или 8, хорошие довольно-таки. Ну, он же рок поет, рок сейчас не катит. Какой рок? О чем ты говоришь? Он поет не рок, он поет песню о корабле из фильма Михалкова, который я пел, который никто, кроме меня, спеть не мог. Какой рок? Он вообще поет все подряд. Он вертится. О, вот в этом проблема. Что все подряд. Нет, ну как? А что ему надо петь, по-твоему? У него свои песни, у него 7 или 8 своих очень красивых песен, которые он сам пишет.